Всем здарова, народ! С вами Без Сахара, и этот небольшой видеоролик хотелось бы посвятить Twitch Drops, которые проходят с 24 по 27 ноября. То есть они уже активны, закончатся они в 23.59 27 ноября. И хотелось бы показать, как их сделать. Уже пара роликов у меня таких было, но мало ли кто, может быть, еще не знает. Ссылочку на вот эту новость я оставлю в описании под роликом, чтобы вам было проще ориентироваться. И, значит, перейдем сразу вниз. В данной новости есть ссылки на всех стримеров, которые участвуют в данных Twitch Drops, поэтому вы можете спокойно переходить. Я смотрел Готео, у него стрим всегда активен, в принципе, это не реклама, конечно же, он мне не платил. У него даже в офлайне, когда он находится, стрим у него идет АФК. Поэтому можете переходить, смотреть его, он, в принципе, не вырубает практически никогда. Перейдем далее. Смотреть стримера нужно 4 часа. Подарки, в принципе, тоже те, что даются за дропсы, здесь перечислены. За первый, за один час, то есть вам дают 50 кристаллов и титул Тумерория. За второй пак вы получаете 100 дар кристаллов, примагемов. И за третий вы получаете аватар фрейм. В принципе, по желанию, кто хочет, можете смотреть 4 часа. И это еще не все. Посмотрев и получив эти дропсы, да, если что, на Твиче в личном кабинете можно во вкладке, точнее в панели управления во вкладке дропсы награды посмотреть их, вот я их уже получил. Они у вас автоматически, в принципе, забираются. Если не забираются, то я вам еще раз напомню, есть такой аддон расширения на ту же Оперу и Google Chrome точно есть, и на Яндекс, по-моему, тоже он есть. Авто Twitch Drops, момент и балл канал. Можете установить его, он вам автоматически дропсы будет забирать. Но они вам не придут. Что же нужно сделать, чтобы они пришли? Вот здесь вот есть второй пункт. Чтобы забрать дропсы, вам надо перейти вот по этой ссылке. Вы ее все помните, те, кто уже собирал дропсы, в принципе, можете. Я думаю, у вас не составит проблем забрать их, потому что здесь то же самое. Twitch. Значит, переходите по ссылке, нажимаете Twitch логин. Он автоматически сейчас меня залогинит в Твиче. У вас этого, скорее всего, не будет. Если вы первый раз смотрите или забираете их, то придется залогиниться в своем Twitch аккаунте. Далее вы входите как вам угодно, через что угодно вы там хотите, без разницы вам. Сами выберите уже, либо через e-mail, если у вас аккаунт только через e-mail. У меня через Google он также привязан, поэтому я войду через Google. Заходите, далее на третьем шагу вы выбираете регион и сервер, где вы находитесь. Я выбрал свою Европу и Астору. Здесь вам, у вас подсвечивается ник, будет подсвечиваться. Далее вы жмете Activate, вам пишет, что вы дропсы вам отправлены. Далее все очень просто, вы заходите в игру, заходите в почту, и вам приходят дропсы. Могут прийти не сразу, поэтому, если что, вам придется подождать. Ну, я их забрал, естественно, у меня просто сообщения удалены все. Также в данный момент действуют некоторые промокоды, которые вы увидите сейчас на экране. Они будут еще и в описании, можете скопировать их, ввести, если вдруг вы не видели, либо не знаете, что они, оказывается, есть. Дают они небольшую мелочь, поэтому, в принципе, ну, все равно приятно. Насчет TOFXMAS промокода я не уверен, потому что у меня он почему-то не работает. Не знаю, с чем это связано. Но, тем не менее, вот, берите, пользуйтесь. На этом, в принципе, все. В ближайшее время появится, скорее всего, ролик по обновлению 2.1, который вышел 22 числа. К сожалению, поверь, мне не удалось снять отдельный ролик, а сейчас в нем, в принципе, я смысла не вижу. Но если актуально еще, то вы можете написать в комментариях, нужен ли такой ролик там. Потому что по загадкам я ролик сделал, по еще каким-то механикам нет, и я не знаю, нужны ли они вообще вам. Или сделать отдельные короткие, может быть, ролики. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, проявляйте активность. Скоро еще с вами увидимся.